знаю, играли хорошо, всю игру хорошо боролись с первого до последней минут. Ну вот, не знаю, вроде забили тоже 3-3, но не засчитали. Ну вот непонятно, ты сам разобрался, что там произошло, почему? Я не знаю, ну ты у нас же лучший судья в мире был. Ну они знают все, за что. Там, они смотрели, я не знаю. Ну, обидно, да, вот что... Ну, конечно, ну, как... обидно, но это не то слово. Было бы 3-3, не знаю, как там еще все было бы. Какой дальше командный настрой, то есть продолжаете, да? Ну да, сейчас выводы сделаем, и просто готовимся в Челябе. Трактор сейчас 0-8 проиграл, может, слышали, тоже приятнее. Не знаю, ну мы только что закончили. В Хельсинки проиграли 0-8. Ну, они тоже, я думаю, после такого поражения они будут настраиваться на нас и будут, тоже, наверное, видео будут просматривать. Но это нам надо о своей игре думать и просто выходить и выигрывать.